Привет, мой Андрей, это Need for Speed Rivals. Отлично стоит. Ау. Для нас не существует рамок. Мы ищем грань реального на самых мощных машинах, за которые не платят. Направление, скорость, время. Все это мы выбираем сами. Называйте нас бандитами, но без нас вы не проживете. Мы закон. Ангелы не могут ловить чертей. Я не вы. Я жизнь, которой вы боитесь. Вы спите. Я давно проснулся. Я реалити-шоу. Катализатор. 15 минут, которых у вас нет. Хотите знать, зачем я делаю это? А почему не делаете вы? Мы конец своей свободы. Я буду бежать. Мы тень, от которой не скроешь. Я не остановлюсь. Мы найдем. Вы не поймаете. Мы не остановимся. Вы прославитесь повсюду. Вы проигрываете. Вы мои лучшие враги. Вы наша цель. Вы мои соперники. Добро пожаловать в Need for Speed Rivals. Прежде чем отправить вас в округ Редвью, мы расскажем об основах игры. Выберите, кем вы хотите быть, полицейским или гонщиком. Пожалуй. Блин, извините. Выберем гонщика. Это ваше убежище. Их много, они разбросаны по всему округу Редвью. И это единственное место, где полиция вам не угрожает. Здесь вы найдете все необходимое для схваток с соперниками. Прям все? Это ваш спидлист, сердце соперничества. Здесь предложен постоянно меняющийся набор заданий, из которых вы можете выбирать те, что больше подходят вам и вашему стилю вождения. Вы только начинаете, поэтому пока выбор ограничен. Завершив обучение, вы сможете выбирать из множества списков и будете сами создавать свою судьбу. Ваше убежище – это одновременно гараж и тюнинг-мастерская. Вы можете выбрать машину, технологии погони, улучшение показателей и варианты персонализации. Осмотритесь, а будете готовы, отправимся в путь. Дайте мне полистать. Именно здесь машина становится вашей. Изменяйте свои машины различными способами. Расцветки, окраски, наклейки, диски, номерные знаки. Выбор за вами. Ладно, лучше какой-нибудь красный. Золотые, мажорские. А, ну пусть будет такие. Это ваша карта округа Редвью. Здесь можно увидеть других гонщиков, открытые события и выбрать точку старта. Пока начнем просто Дрифт. От дверей убежища. Не просто назвали. Знаешь, как-то следить за записью. Вот вы и готовы. В правой части экрана находится спидлист, который вы выбрали. Завершите задачи, указанные в нем, и закончите тренировку.
Вы можете указать маршрут до любой точки, открыв карту, или воспользуйтесь функцией Easy Drive в верхней левой части экрана. Вперед! Мы ж номера не поменяем. Подъехать к точке старта и нажать кнопку. Начать событие можно в любой момент, даже когда вас преследует полиция, но нужно ехать медленно, чтобы не пропустить его. Также можно в любой момент начать состязание с другим гонщиком. Для этого просто приблизьтесь к нему и нажмите ту же кнопку. Поехали. Да сейчас сделаю. Да блин, надо, как снимать надо свои, блин, да? Чем он выше, тем усерднее полицейские будут ловить вас. Хотя... Вас обнаружили. Пора убираться. Полицейские начнут погоню и попытаются реализовать любую возможность для задержания. Если вас арестуют, вы потеряете speed points и бонус. Для ухода от преследования жмите сильнее на газ и используйте карты в левой нижней части экрана, чтобы избегать полиции. Вы почти оторвались от погони, статус показывает полоса в нижней части экрана. Если в течение этого времени полицейский приблизится к вам, погоня продолжится. Подъезжайте или ждите, пока кто-нибудь бросит вызов, а затем нажимайте кнопку, чтобы начать гонку. О. Надо маршрут удалить. Банзай!
Возвращайтесь в убежище и положите ваши в банк. Вы можете использовать карту или функцию Easy Drive в левом верхнем углу экрана, чтобы проложить маршрут к ближайшему убежищу, мастерской, событию или другим игрокам. Теперь переключайтесь на полицейского, чтобы узнать соперника. Не хочу. Важно понимать, как действует другая сторона. Пройдите тренировку полиции. Ладно. Добро пожаловать в департамент полиции округа Рэдью. Это один из многих мобильных командных пунктов, рассредоточенных по всему округу. И здесь вы начнете свое обучение. Вот ваше задание на сегодня. После завершения тренировки вы сможете выбирать задания из обновляемых списков, за выполнение которых будете получать новые машины. В своем командном пункте вы можете выбрать машину, технологии погони и номерной знак. Выбирайте машину и отправляйтесь в патруль. Я думаю, на этом можно и закончить серию.